Ребят, чем еще хорошо лето, так это то, что можно постираться, развесить все в пландеке. Но плохо тем, что вот у меня бутылка от жары, она вот здесь вздулась, пришлось отрезать горлышко. Ну, до конца не стал отрезать, потому что бутылка с возвратом. Фиг знает, примут, не примут. Итак, практически все бутылки. Вчера записывал видео, как жарю картошку. Взял это крепление для головы. Но не получилось. Ну, видео записалось, но там камера была направлена не на то, что я делаю, она смотрела выше. Поэтому, может быть, там еще на днях запилю такой видосик. Горный воздух. Тепло. Фух. В общем, как-то так. Сходил в душ. Помылся. Постирался. И теперь отдыхаем. Друзья мои, коллеги, загрузились в Германии на Австрию, поедем в сторону Вены. Вчера, через 300 метров поверните налево. В воскресенье был дождь, весь день лил, вся одежда мокрая, ну не вся, я одел чистая. Все остальное сохнет, все просто насквозь. В общем, нам около 400 километров сейчас пути. Разгрузка. На следующем повороте поверните налево. Разгрузка также сегодня. Так что будем стараться все успеть. Посмотрите, как интересно. Горы спрятались за облака. Вообще необычно так все вот здесь наблюдать. Ну и, конечно, начинаю уже привыкать, потому что уже неделю в районе Мюнхена езжу. Уже знакомые паркинги, знакомые дороги. Сейчас, кстати, вот мы то, что загружались, мы загружались в городе, в котором мы разгружали такое, я ищу название у ролика, странный аппарат. Это мы в этом городе разгружались. Сейчас мы из него загрузились на Австрию. Через 1 километр держитесь левее. В общем, начинаешь немножко привыкать, что ли. Когда первый раз такое, конечно, увидишь, там, вау, ах, а сейчас уже еду, ну, горы и горы, ну, облака и облака. Не, прикольно, конечно, еще, но не так сильно въелось. Но уже нет такого вот прямо, сердце захватывает, дух. В общем, ладно. Погнали. Thank you.
всем привет. Сегодня пятница. Блин, на самом деле много не снимал. Я где-то неделю не снимал, наверное. Так как было просто безумное количество заказов. В плане того, что, ну так, катался. Сейчас едем на загрузку. Находимся мы в Австрии, в сторону Граца загрузка, и под Мюнхеном на заводе BMW у нас будет выгрузка. Вот. Так что, ну, впереди у нас еще сейчас загрузка, выгрузка только в понедельник. Впереди у нас еще будет 2 дня выходных. Постараюсь найти какой-нибудь спокойный паркинг. Тихий. А еще, кстати, что немаловажно, вот на этих парковках. Сейчас закрою окно. Жарко, блин, 21 градус с половиной. На парковках в Австрии, где, ну, вот эти Asfinag фирма, у них, оказывается, по всей парковке бесплатный Wi-Fi. И довольно-таки нормальный. Ну, а мы, ладно, что. Полетели в сторону загрузки. В сторону Грац. Что, ребят, протру вас. Приехали на загрузку. Задняя погрузка будет. Все растентовал, расчехлил. Вещи положил пока сюда. Вещи, тут продукты есть. Лестница. В общем, будем загружать какую-то палету на 300 килограмм для завода BMW. Кстати, вот резинки такие от фур. На прошлой разгрузке подтырил. Ну, как подтырил, мне разрешили их взять. Ну, а что лишним не будет. В общем, ждем загрузку, да, и 450 километров. Ну, за выходные это вообще фигня. В Мюнхен поедем. Так что так, ждем загрузку. Ну что, загрузили нас. Кажется. Вот гандон. Вот, смотрите, что сделал. Разорвал тент, бля, рампой. Сука. Вот такая вот фигня. 120 килограмм. Сейчас будем затентовываться и поедем. Ребята, я вот тут стоял, блин, да что ж вы пачкаетесь все время? Стоял, зачехлялся и увидел такую штуку. Вот я, честно, ни разу такого не видел. Ну вот. Счетчик километров на прицепе, на вот таком. Обалдеть. То есть получается, с прицепа тоже, если что, сматывать надо. Кстати, напишите, на всех таких, ну, на всех прицепах есть такое или нет. Я первый раз просто такое увидел. Ребят, что-то случилось. Полиция пролетела. Еще он едет, Asfinag, по-моему. Что-то тут не то. Ладно, будем поближе подъезжать. Включусь. Ну, только посмотрите, вот на самом деле, как все цивилизовано. И посередине полторы полосы свободны еще. Ну и не вижу тех, которые хотят
прошмыгнуть по этой полосе. Никак у нас. Цивилизовано все. Ну что, прошло 20 минут. Мы стояли, даже не двигались. И мы начинаем движение. Ехать, я думаю, будем потихоньку, пока не проедем саму аварию. Так, ну что, подъезжаем, по всей видимости. Вот асфинаги стоят, полицейские. Ого! Ничего себе! Американский родстер. Обалдеть! Да, мало приятного.